Помня о прошлом, смотрят в будущее. Лес Победы своими собственными руками сажают жители Щелковского района. Одна из самых масштабных акций по озеленению проходит рядом с поселением Фарианово в деревне Горбуны. Пару лет назад местный лесной массив был уничтожен короедом-типографом, прошла санитарная вырубка. Теперь в рамках акции «Лес Победы» восполнить потери, внести свой вклад в посадку новых молодых деревьев мог каждый. В Щелковском районе вот эта акция сегодня проводится вблизи городского поселения Фарианово, на его территории. Люди вышли достаточно активно, причем все категории, независимо от партийной принадлежности. Ветераны, молодая гвардия, молодежь, административные работники, просто жители. По зову сердца вышли сюда, на этот праздник. Эта акция в честь Дня Победы, она символична с тем, что сажает деревья. Мы сажаем как бы ростки памяти, которая никогда не должна уйти. Сегодня это очень важно, потому что такие мероприятия, они сплачивают людей. Вот всех возрастов, социальных групп, разных профессий. Вот это очень важно и очень хорошо, что здесь и общественные организации, но все передовое гражданское общество Щелковского района. Импульсом для акции стала большая юбилейная дата – 75 лет со дня контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Так сажали будущий лес под звуки славных фронтовых песен. Делянка шириной в 70 сантиметров, промежуток между ростками ели и сосны – около 80. Чтобы из молодых деревьев вышел толк, все необходимо делать аккуратно. Вот такой небольшой росток ели называется сеянец. Ему всего 3 года. Сегодня таких будет посажено более 18 тысяч. Росток аккуратно помещается в ямку, так чтобы земля прикрывала корневище, и закапывается. Так постепенно, росток за ростком, будущий лес заполнял 2 больших поля. Общая площадь посадки составила 4,5 гектара. Немалый объем работы. К счастью, в желающих помочь недостатка не было. К акции «Лес Победы» присоединилось более 1200 неравнодушных жителей Щелковского района. Не только общественники и сотрудники бюджетных учреждений, но также молодежь и, что самое главное, ветераны Великой Отечественной войны. Необходимость этого мероприятия, я считаю, крайняя необходимость, не обязательно должна она состояться. Потому что леса редеют для сохранения природы в таком первоначальном естественном виде. Вот мы сейчас и заняты этой работой. Надо сохранить природу, заботиться о ней, иначе просто ничего не останется. Нужно сохранить экологию, ценить свою страну. Считаю, что это необходимая акция. Вот. Очень хочу, чтобы она проходила как можно чаще. Мы, как молодые депутаты, молодой актив Гребневского поселения Щелковского района, присоединяемся к этой акции, поддерживаем, хотим и у себя тоже, чтобы она чаще проходила, потому что нам нужно возрожать лес. Конечно, этим малюткам деревьям еще расти и расти. Чтобы помочь молодым саженцам потянуться к солнцу, в ближайшие пару недель нужны дожди. Так что при раскатах майского грома не сетуйте. Это на благо будущих легких Подмосковья. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».